В Ульяновском регионе, по примеру Ростовской, Ленинградской и Владимирской областей, изменились правила оказания медпомощи. И пока все силы, специалисты и машины брошены на борьбу с коронавирусом, к делу подключается социальный бизнес. Так местной медицине помогает частная служба перевозки больных. Организация с двумя бригадами работников и двумя специализированными машинами возит пациентов Ульяновской областной клинической больницы. Для нас не секрет та текущая нагрузка, которая ложится на стационар, на подстанции скорой помощи. И в рамках этой нагрузки мы предложили такой проект. Предложили мы проект просто для помощи пациентам лежачим. Помощь по медицинскому сопровождению охотно приняли в региональном сосудистом центре областной больницы. Пациенты с перенесенным острым инфарктом миокарда после основной терапии нуждаются во втором этапе реабилитации. Ее оказывают в стационаре на Хрустальной. От больницы до диспансера их и доставляет частная служба перевозки. Это не то, что для удобства пациентов создано, это для сохранения их здоровья прежде всего. И как бы нам очень приятно, что три раза в неделю бригада приезжает, забирает у нас этих пациентов и доставляет. По крайней мере, нареканий пока за время работы никаких не было. Бесплатная услуга оказалась популярной и актуальной. За 2 месяца совместной работы частная скорая помощь перевезла 21 пациента больницы. Возраст есть возраст. Чем больше возраст, тем больше болеешь. Вот. А скорая помощь меня всегда выручала, очень здорово выручала. Обращаюсь я всегда в скорую помощь. Вот, привозят, отвозят, помогают. Вот. Ну, и очень добрые отношения врачей, медсестер. Но одними из первых в Ульяновске на сотрудничество по перевозкам пошли в региональном отделении Красного Креста. И почему мы с ними работаем? Потому что на самом деле на обслуживании у нас находится очень тяжелая категория людей. В основном это те люди, которые требуют особого внимания. Они зачастую бывают прикованы к постели. У нас транспорт есть, но он не специализированный. А здесь, мало того, что специализируем, мы просто спокойно своего подопечного можно доверить этим ребятам. Служба перевозки помогает гуманитарной организации в доставке и сопровождении пациентов не только по Ульяновской области. Транспортируют и далеко за пределы региона. Сама частная служба перевозки больных оказывает услуги в 13 регионах страны, включая Санкт-Петербург. Скоро выйдут на Москву. Эта компания одна из первых предложила свои услуги на российском рынке. Поскольку в этой сфере мы встречаем очень много недобросовестных поставщиков услуг, которые не соблюдают минимальные нормативы и требования. А в итоге мы получаем очень много жалоб. Эти жалобы стекаются и в общественные организации, и в социальные службы. Поэтому руководители частной скорой помощи выступили инициаторами по созданию на федеральном уровне законопроекта. Документ начнет регламентировать действия всех возможных поставщиков этой услуги. Работа ведется совместно с сообществами инвалидов России. К слову, в Госдуме идею компании-перевозчика поддержали. Рената Алиулова, Сергей Кудаков, Управда ТВ.